Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в 22-м уроке видеокурса «Настройка сложного шаблона Landing Page от А до Я». И мы продолжаем с вами изучать шорткоды, и на очереди у нас аккордеон. Мы частично с вами уже заглядывали, рассматривали, что и как здесь это устроено в данном шаблоне. Теперь пришло время рассмотреть нашу специальную кнопку «Аккордеон». Кликаем по ней. Здесь у нас абсолютно ничего сложного нет и имеются три поля. Первое поле аккордеон и D, то есть произвольный какой-то можете указать идентификатор, например, единицу, ну, можно не писать. Следующее поле, сколько вам нужно вот таких аккордеонов панелей, в которой будет находиться контент. Например, мы поставим 5. Последнее поле определяет, какой из панелей аккордеонов должен быть активный. Если у нас стоит 0, по умолчанию первая вкладка аккордеона всегда будет в развернутом виде. Ну давайте посмотрим на примере. И смотрите, у нас, если мы выбрали 0, по умолчанию первый будет в развернутом виде. Вот если это нужно, то оставляйте 0. Первый будет всегда развернутый. Если вы не догадались, как менять контент, то я вам подскажу. Вот здесь вот My Title. Вы пишете, это заголовок вкладки аккордеона. У первой верхней заголовка. Я, например, напишу демо, чтобы продемонстрировать, где сменится заголовок. Да? А, соответственно, вот этот текст. Такой же текст видно здесь. И он здесь, вместе с точками. Здесь вы полностью удаляете и пишете какое-то свое значение. Сохраняем и смотрим. И, соответственно, вы видите, контент сменился здесь и заголовок демо. И аналогичным образом меняются все остальные вкладки, сколько бы вы их ни создали. Думаю, с аккордеоном здесь все понятно. Двигаемся дальше. Следующий у нас на очереди табы. Кликаем по табы. И у нас самый первый табс Type. Кликаем по стрелочке сбоку. И здесь просто различные варианты. Можно слева, справа, таб по центру и так далее. Давайте сделаем таб по центру. Следующие три поля я не объясняю. Это аналогичные настройки, как у аккордеона. То же самое, только действует для табов. Давайте кликаем Insert Shortcode и закрываем здесь. И аналогично также здесь вам нужно будет заменить заголовки и содержание на свое. Я также пишу здесь демо. И также меняется здесь контент аналогичным образом, как и в аккордеоне. Я просто для примера заменяю только у первой вкладки, потому что здесь уже, я думаю, понятно все. Там то же самое. Сохраняем и обновляемся. Вот смотрите, у нас табы. Мы, помните, выбирали посередине. И вот у нас сейчас строго посередине вот эти вот табы имеются. Вот сработал мое изменение, сработал демо. Вот контент, который я здесь написал. Все здесь, в принципе, достаточно просто. Также можно просмотреть, какие есть еще варианты. Можете попробовать сделать 5 вкладок. И, например, центр, right, left, это понятно. Давайте tab, pills попробуем. Вставить, сохраняем и обновляем. То есть это уже, видите, вот такие вот вкладочки. И контент появляется, видите как? Появляется сверху. Сверху, сверху. Потом появляется ниже. И давайте рассмотрим самую первую. Tab Nav. Нажимаю Insert Shortcode. Здесь закрываем и сохраняем. Обновляюсь. Кстати, вот это глюк. Видите, я нажимаю и появляется где-то наверху текст. Я сначала не понял, думал, это такой вид у него, стиль. Потом я подумал, может быть, конфликт, что два шорткода в одном месте таба. А на самом деле, если вы ставите по несколько табов, а вообще я советую каждому шорткоду, даже если у вас он один, какой-то таб, ставить
свой личный идентификатор. Просто можете цифры. Вот смотрите. Вы видели, сейчас была ошибка. Нажимаем Tabs. Ставим опять Tab Nav. Вот ID. Я оставлю единицу. И, соответственно, вы не повторяетесь на одной странице. Если у вас много кусочков кода, шорт-кодов, вот таких табов, ставите у каждого, собственно, таба свой идентификатор. Там 1, 2, 3 и так далее. И вот смотрите. Я вставляю, сохраняю, обновляем. По сути, контент должен быть внизу. Видите, я поставил идентификатор, и у этого таба, видите, вот контент внизу. Также здесь все работает, все нормально. Так что не забываем ставить идентификатор, иначе у вас будут вот такие вот глюки. А на этом я заканчиваю данный урок. И здесь у нас остается последняя кнопка Image Effect. Мы загружаем любые изображения и можем здесь приложить различные эффекты. В следующем уроке рассмотрим.